И всем здорово, сегодня я решил слепить Гримаса Экзе. Ну, Гримас Шейк, вы знаете. Из-за того, что я немножечко потерял свой ножик, мне придется делать все руками. Так, не удивляйтесь. Так вот, сегодня я, короче, придумал свою историю насчет Гримаса Экзе. Ну, дисклеймер. Все дальше сказанное будет являться больным воображением автора. Так вот, я думаю то, что Гримас стал таким Экзе, потому что, короче, предыстория. Он просто снова решил очередной раз продать Гримас Шейк, ну, его уже продали, и он пошел за жертвой. Но тут его неожиданно схватили сзади. Он не ожидал ничего, поэтому не смог сопротивляться, потому что все его внимание было нацелено на жертву. Он не успел понять, как его чем-то напоили. И после чего несколько дней все проходило так же. Он просто убивал своих жертв, после чего продавал снова Гримаса и убивал Гримас Шейк и убивал своих жертв. Но через несколько дней, когда он пришел на работу, там никого не было. Видимо, как он потом рассказал, когда разразился, он думал то, что сегодня был выходной день, потому что он потерял счет времени. И через несколько минут после того, как он начал продавать в виде сотрудника в костюме Гримас Шейки, его что-то охватило, ну то есть ему стало плохо. После чего как раз-таки он и заразился. Ну, дальше я просто помолчу, вы смотрите дальше, как я просто леплю. И вот, кстати, какой он у меня пока получается. Потом я добавлю еще деталей. Так. Ну, дальше я, пожалуй, помолчу. Смотрите. Кстати, оцените фигурку в комментах по зяде. Под этим комментарием под этим видео 0 комментариев. Плак-плак. И, кстати, почему в последнее время актив на канале падает? То есть, вот, я реально замечаю то, что в последнее время актив на канале падает. Никто не ставит лайки, никто не подписывается. Так, быстро метнулись под ролик. Вам сложно лайк поставить? Вам сложно подписаться? Так, все. Я делаю для вас паузу. Останавливайте, подписывайтесь, ставьте лайк. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Время вышло. Мне пофиг, то, что я не закончил отчет. Ну, а пока что у нас получается вот такой вот Гримас Экзе. И еще несколько деталей. Сзади я сделаю ему кое-какой портфельчик. Ну, он будет просто приклеен на спину. Не, реально, ребят, оцените. Кому понравится Гримас, пожалуйста, подпишитесь. И это... Поставьте лайки. Ну, кому не жалко. Кому жалко, тот пупсик. Ладно, шучу. Это ваше мнение. Ну, а я уже почти долепила рюкзачок. Если что, он будет красненький.
Вы поняли, с чем это связано? Связано. И лямки я хочу сделать белыми. Вот такой вот рюкзак у меня получился. Хоть он и не особо угрожающий, но выглядит нормас. Я бы сам его оценил на 5 из 10. Ну и вторая лямка. Если что, дисклеймер, следующие 5 секунд будут больным воображением автора. Я думаю, то, что в этом рюкзаке он носит своих жертв. Так. Долеплю. Ну и вот такой вот гримас у меня получился. Так. Я его немного уберу. Потому что мне надо кое-что сделать ему. А я имею в виду улыбку. Так. Ну вот, почти уже доделываю. Я бы мог сказать, уже доделал. Если кому интересно, вот. Да, улыбка не самая лучшая. Видели и получше. И, ребят, вот реально, вам сложно просто зайти пониже, подписаться, поставить лайк. Для вас это пару секунд, а для меня прямо хорошая благодарность от вас. Всем, кстати, спасибо, кто это уже сделал. И те, кто не сделал, быстро метнулись в комменты оценивать фигурку, подписываться, ставить лайки быстро. Так. Ну, я решил сделать ему последнюю, так сказать, финальную часть. Это череп. Он у меня получится кривым, косым, потому что мне уже пора это на боковую. Если хотите полный ролик с переделыванием его, то есть хороший прямо, без всяких вот этих вот быстрых деталей и всего, ставьте лайки, пишите комментарии, хэштег новое видео. Люблю вас всех, особенно подписчиков. Так, ну и последние две детальки, одна и вторая. Я думаю, вы уже задолбались меня смотреть. Ну и вот. Оценивайте фигурку. Оно тебя сожрет. Кстати, лямка. Кстати, кто хочет ролик про Амокса Дьявола, ставьте лайки. Байт на лайк? Есть. Байт на подписку? Есть. Байт на комментарий? Есть. Фигурка есть? Думаю, можно и ролик заканчивать. Всех люблю, особенно подписчиков. Всем пока! Оно тебя сожрет.